приветствую, дамы и господа. Сегодня очередной ролик у нас лайта. Но перед началом ролика, как всегда, всем желаю приятного аппетита, кто кушает, всем желаю приятного просмотра. Ну а мы погнали к ролику. Но перед началом хочу разыграть видеокарту, которую я обещал в прошлом видео. Это получается, заходим на мой канал. Так, вот мой канал. Это видео. Копируем ссылку этого видео. Находим рандомайзер. Вставляем, загружаем данные, вот они комментарии все, и выбираем случайного победителя. Им становится Кирюха Мураткио. Хлам. Слово секретное он написал, поэтому я тебя, Кирюха, поздравляю. Отпиши мне, получается, в Дискорде с подтверждением, что это твой аккаунт. После чего я тебе передам твою видеокарту. Ну, а мы переходим к ролику. Итак, смотрите, все вы заметили, когда вы заходите в игру, у вас там вылезло оповещение в обновлении, то что будет 22 числа обновление, точнее вайп. Вайп я уже писал ролики, кто не знает, можете посмотреть, то что будет вайп всех, кто собрал такие вот три штучки, получается, у того вайп будет частичный, кто не собрал, то будет полностью. Но даже тех, кто собрал и не собрал, у вас появилась такая функция, как ящик убежища, видите? Что это такое, сейчас я вам расскажу. Ну, кто новенький не знает, а кто уже был в прошлом вайпе, то уже знает. Там, в принципе, для вас этот ролик будет неинтересный. Но все же, смотрите, у вас появились такие 4 ячейки. Это у тех, кого нету премиума. У кого есть премиум, у вас будет 6 ячеек. Что это такое? Это ящик, который вы сюда кидаете предметы. Ну, допустим, вот я перекидываю сюда... Где? Вот они, видеокарты. Я их сюда закидываю, положу. Все, эти 6 видеокарт у меня никуда не пропадут. То есть даже если у меня нету сыворотки, все равно они у меня останутся. То есть я их ложу, все, потом захожу опять же через то приложение, которое вы играете. Допустим, если вы играете в телефоне, то вы заходите в этот же аккаунт через Play Market, грубо говоря. Если вы играете с компа там со Steam, то вы заходите опять же в этот Steam, в этот же аккаунт, потому что у вас только на этот аккаунт потом сюда вот на почту придут эти, получается, видеокарты, или что вы положите. Второй вопрос, что нужно вложить. Смотрите, раньше, если мы сейчас зайдем на мой Discord канал, так вот мой Discord канал, получается, смотрите, заходим в Lostlight, склад, да. Раньше все ложили вот такие вот предметы, типа вот лома, не лома, потому что был у всех вайп. Сейчас же не у всех будет вайп, и у многих людей этот лом останется. Его можно будет легко купить, поэтому его ложить не нужно. Раньше нужно было его искать по карте, сейчас его не нужно искать. Можно купить. Бабки вам там сразу даются вначале по полмиллиона, если не ошибаюсь. Поехали дальше. Что нужно? Молотки, там, провода. Это все сейчас будет на торговом центре, потому что, вот, допустим, у меня это все есть, и я смогу это продать все. Что нам нужно для дальнейшего? Смотрите, для дальнейшего нам нужны, получается, деньги, чтобы покупать всю эту хрень, да? Поэтому мой вам совет — это делать именно от видеокарты, если у вас есть, либо там криптомонета, либо ЦПшка, что-то дорогое сюда ложить, то в дальнейшем вы могли это продать, и у вас такие, допустим, как я вот, да, могу их купить, потому что вы там за большую сумму не будете тратить, потому что никого баба, грубо говоря, не будет. А мы сможем это покупать. Тем самым мы забираем видеокарты, но вы получаете деньги на улучшение там своего склада, чтобы вы могли купить там предметы. Либо также обмены действуют. Допустим, вы даете мне видеокарту, а я вам там даю там лом. Или что-то еще, что вам не хватает. Вот, допустим, у меня, смотрите, у меня, заходим разное, у меня 33 тысячи лома. Зачем мне столько? Или честно, там, я могу там, допустим, за там, 5 тысяч вам отдать лома, грубо говоря, да? Ну, грубо говоря, как эта система действует. Поэтому не собирайте всякий хлам туда, типа лома и тому подобное. Молотки, всякие там провода. Что-то еще нужны. Типа вот такие вот фигнюшки, вот они сложат. Особенно вот это вот ложили раньше. Не нужно, это все можно купить. Если вы зайдете на черный рынок, 400 тысяч, вам это дают в самом начале. Лучше вы же купите, точнее, лучше же вы сохраните видеокарты, продадите и купите уже таких 10 штук, а не одну штуку, правильно? Правильно. Поэтому мой вам совет, и что это вообще значит, это сюда кинуть видеокарты или что-то другое дорогое, чтобы потом вы могли это все продать и себя улучшать.
Ну, вот такой получился короткий видео у меня. Это я просто хотел помочь, показать новичкам этой игры, что делать нужно именно в этом вайпе. Потому что этот вайп такой первый раз. То, что не все вайпанутся. Поэтому я вам даю такой совет. Думаю, это правильный совет, это и нужный совет. Если что-то неправильно, пишите в комментариях. А на этом я с вами прощаюсь.